Черные копатели под контролем региональных властей. Незаконная добыча песка, щебня и других ископаемых из недр земли предполагает огромные штрафы на организации и частные лица. Сегодня в рейд Ярославский район по выявлению черных добытчиков отправилась межведомственная комиссия. В ее составе представители Департамента окружающей среды, Россельхознадзора и Управления Росреестра. За ходом проверки наблюдал мой коллега Павел Волков. Пока поймать нарушителей нам не удалось. Мы сейчас находимся на третьем мини-карьере. 3 года назад собственник земли решил здесь добывать песок для собственных нужд. Но у контролирующих органов появились подозрения, что ископаемые реализуются на рынке. Тогда вину доказать не удалось, так как закон позволял вывозить песок за пределы этого участка. А если теперь собственник захочет вывести ископаемые за пределы этой территории, ему грозит административно, а если нанесенный ущерб составит больше 2 миллионов 250 тысяч рублей, даже уголовная ответственность. В планах у инспекции проверить еще 3 объекта, и о том, поймаем ли мы нарушителей, расскажу вам уже в вечерних выпусках программы «День в событиях».